самі. Послухаємо поради педагога, як правильно навчати дитину англійській мові. Поговоримо із косметологом про проблему підліткових акне. Навчимося елементарним прийомам самооборони. Сегодня изучение английского языка считается самым основным вопросом в развитии детей, поэтому сегодня я хотела бы дать основные советы родителям, как избежать основных проблем и чем помочь ребенку в изучении английского языка. Основное, значит, мы идем по природному методу, то есть идем, например, с ребенком по улице, там основные слова родители знают, там cat, dog. Обращаем внимание, по-любому, если дети, вот дошкольники, они на каких-то животных, на птичек обращают внимание всегда. Поэтому мы им можем давать вот такими фразами «this is a cat», «this is a bird». То есть сразу фразой это поможет ребенку потом уже, когда он будет знакомиться с грамматикой, уже не осведомлено, он понимает это фразой. Как мы учим вообще лексику? То есть основное, на что нужно обращать внимание, это мы подкрепляем изображением, либо же в природном виде. То есть дети еще не формулируют какие-то образы, у них мышление еще не может создавать какие-то ассоциации, поэтому ему нужно видеть. Вот конкретно он видит картинку, конкретно какого-то животного. Потом второй вопрос. Некоторые родители боятся вот по вопросу возраста. Например, нет еще школьного возраста, мы боимся, что он не знает в основном украинского, русского, как изучать английский. Хотелось бы дать такой совет, что если ребенок, это может быть даже 3 года, если он уже знает такие основные понятия, как цвета, животные, овощи, фрукты, можно смело начинать изучать английский. Потому что мы начинаем не с букв, мы начинаем не с грамматики, а вот слова, которые он уже знает, мы так и продолжаем это вводить, подключать второй язык. Звуки включаются тоже сразу. То есть, если мы изучаем слова, мы не берем какие-то огромные там прилагательные, мы берем, которые состоят из 2-3 букв, самые простые. И если же либо педагог, либо родитель хочет объяснить именно правила чтения, мы начинаем с самых легких. Там, если мы берем букву A, мы берем самый простой звук, там cat, dead, fat и так далее слова. Если же, например, у ребенка нет мотивации, как, то есть, его заинтересовать? Мы как педагоги, как родители должны каждый раз заинтересовать ребенка. Если ему это интересно, он это будет изучать просто на все 100. То есть все занятия должны проводить в форме игры, с какими-то картинками. Смотреть можно мультфильмы, например. Какой-то знакомый мультфильм он уже знает, то есть основную суть, что там происходит. Можно уже потом вторично посмотреть это на английском. Сказки тоже очень действуют на детей. Даже в основном книги сейчас с картинками. Они понимают основной сюжет и как бы подключается на слух аудио, и плюс они запоминают некоторые слова. При изучении лексики какой-то мы сначала акцентируем внимание на аудио, на слушание. То есть дети, взрослые сначала слушают это, потом пытаются воспроизвести, и потом уже мы можем на основе этих слов создавать, комбинировать предложения, либо же из текста выбирать эти слова, они уже видят знакомые слова. Вот. И подключаем сюда уже, конечно же, грамматику. Основные проблемы, не все дети как бы готовы к английскому языку. Вот у некоторых есть свой страх. Нужно избежать этого страха, подключая интерес. То есть, например, используя те же игры. Например, вот мы учим школьные вещи. Мы не просто их на вид. Мы там, например, вот можно использовать такие игры, там как what missing, что пропало, там, либо же what changed places, что изменилось местами, там they close their eyes, они закрывают глазки, там учитель или родитель, да, тем временем change
pictures, меняет картиночки. Вот это тоже на внимание акцентируется. Нужно помнить, что если мы изучаем английский язык, то это должно быть регулярно. То есть мы не можем там сегодня выучили 5 слов, на 2 недели забыли. То есть это должно быть и, либо же не каждый день, но хотя бы повторение прошлого и добавление хотя бы 2-3 слов. Если ребенок не хочет, не интересно, не нужно заставлять. Вот ты должен. То есть этого слова не должно звучать. Вот то, что ты должен, он будет воспринимать это как обязанность, и все, это отобьет любую охоту. То есть мы все-таки больше стараемся как бы привлекать к природному, если там вот мы видим что-то, мы называем это, играем тоже. Выучили, например, цвета. В разных играх это используем. Потом, очень хороший совет родителям. Если они дома учат с детьми какие-то слова, можно эти же слова либо картинками, либо словами, например, в детской комнате выделить какой-то уголок и туда вот поэтапно включать эти слова. То есть ребенок каждый день там находится, он постоянно это видит, постоянно обращает внимание. Можно родителям завести такую, как, например, шкатулку, но слов. Вот мы с тобой учили сегодня там одно какое-то слово новое, например, там бук. Хорошо, запомнили, положили. Либо же это фотоальбомом сделать, чтобы ребеночек потом открывал, видел, вот я это уже сделал, я это уже могу. Акне беспокоило население всегда, любой страны, в любом конце света. Особенно это касается подростков. Если есть высыпания, прежде чем их прятать, нужно найти их причину. Причины могут быть разные. Это может быть, получили по наследству жирную кожу. Да? Вот есть в семье кто-то из родителей, у кого были проблемы, и действительно эта кожа может передаться по наследству. Обязательно нужно правильно подобрать уход. Иногда вся семья является носителем хеликобактерной инфекции. Есть разные подходы в лечении хеликобактерной инфекции. Клещ Демодекс есть у каждого из нас. Это наша санитар нашей кожи. И если кожа здоровая, то никаких проблем не возникает. Если есть проблемы, которые нарушают баланс защитного слоя кожи, вот тогда клещ Демодекс углубляется и начинает вызывать проблемы на коже. Это кисты гнойные, после которых остаются рубцы. Когда родители, дети говорят о том, что это временно, это подростковый период, да, действительно, идет формирование сальной железы, не может железа нормально выдавать кожное сало на поверхность. Иногда закупоривается, присоединяется инфекция вторичная и получается акне. Но главное пережить этот возраст, вот лет до 20, да, у кого-то это до 30, и не получить в результате этой проблемы рубцов. Стараемся объяснять подросткам, что макияж праздничный, торжественный, с толстым слоем тонального крема, это праздничный, это вечерний макияж. Каждый день в школу, на учебу не стоит маскировать, потому что вы просто не даете дышать своей коже. Вот вы дышите, вам хорошо, а ваша кожа постоянно в пленке. Да, вот наденьте пакет целлофановый на голову и походите. Вот так живет ваша кожа. При первых высыпаниях у подростков что нужно делать? Конечно, правильно все-таки подобрать домашний уход. И делать это не в интернете. Не всегда подростки, но и взрослые люди могут оценить правильно свою кожу. Да, какая она. Вот если кажется, что есть там какое-то количество жира на лице, вот она уже однозначно жирная. Нет, это неправильно. Если к середине дня появляется на коже жирный блеск, это нормально, это защита кожи. И в принципе, если правильно подобрать домашний уход, то можно избежать вот этих первых высыпаний. У каждого это может быть в разном возрасте. От 8 да, и до 20, и даже 25 иногда появляются там какие-то первые высыпания. Чистки нужно делать, но эти чистки у каждого должны быть разные. Кому-то достаточно легкой ультразвуковой чистки, кому-то нужно действительно уже начинать там механически чистить.
не всегда дома правильно начинают делать чистки. Не удаляют на поверхность, а наоборот внутрь загоняют, да, это воспаление, вовлекаются еще больше слои кожи и получаются огромные кисты. Поэтому вот как только появились высыпания, нужно все-таки обратиться к дерматологу, к косметологу. И если эта проблема связана, может быть, с гормональным фоном у девочек, мы можем чистить без конца и получать боль, негатив, а на самом деле результата не будет. То есть правильно все-таки даже первое высыпание вместе с врачом оценивать, насколько это высыпание просто подростковое формирование сальных желез, либо это действительно уже проблема, в которую нужно вмешиваться врачу. Сегодня мы поговорим о женской самообороне, разберем элементарные приемы от нападения и озвучим, как не попадать в сложные ситуации. Итак, если вы там девушка, которая гуляет по улице и неожиданно на вас кто-то сзади может напасть, к примеру, вот так вот, ну, с сильной хваткой, не теряйтесь. Первое, что нужно сделать, просто ударить каблуком по его ноге, быстро разорвать руки, оттолкнуть и сразу же убежать. То есть не нужно драться, не нужно продолжать агрессию, просто быстро надо уйти. К примеру, произошла такая ситуация. Вас схватили за руки, за две руки одновременно. Сразу тоже не теряемся. Первое, что нужно сделать, просто перехватить его же руку. И он будет думать, что держит до сих пор вашу руку. Все, перехватили, ваша рука освободилась. Но маньяк, скажем так, думает, что до сих пор держит вашу руку. Сразу же, первое, что нужно сделать, ударить либо же в глаза, либо же в горло, куда вам удобно, куда попадете в глаза, и ударить в пах. Все, и после этого тоже можно уходить. Если вдруг у вас схватили сумочку, тоже. Первое его движение, он будет сразу убегать. А ну-ка, раз, он убегает. Не нужно за ним бежать, не нужно никуда торопиться, просто выставьте под заднюю ножку ударчик, и он упадет, а ваша сумка останется у вас в руках. Ситуация возле стены. Значит, маньяк загнал вас в угол и пытается удушить. Вот удушение происходит. Первое, что нужно сделать, схватить его за ручку, ударить в глаза, то есть разорвать дистанцию, и ударить в пах. Пам. Все. А дальше можно его оттолкнуть и идти дальше гулять. Сейчас мы покажем несколько простых приемов, которые можно применить от захвата. А вот такие приемы, которые мы только что показали, можно использовать, если вы их хорошо отточите. Если вы не нарабатываете это, конечно же, они вам не помогут. Цель самозащиты – желательно каждой девушке носить у себя перцовый баллончик, либо же ключи для защиты, как тоже можно использовать как оружие. Ну, а лучше в такие конфликты не встревать, конечно, потому что мужчина всегда сильнее девушки. Ну, элементарное правило – хотя бы понимать. То есть глаза использовать, горло и пах.